На Крымском мосту укладывают первые рельсы. Путь без стыков или, как говорят строители, бархатный укладывают над Керченским проливом. Поезда поедут по такой дороге бесшумно и плавно. Верхнее строение пути начали вести со стороны Тамани. В случае же с автодорожной частью, если вспомнить, строители начали укладывать асфальт с обеих сторон. По готовой железной дороге следуют за строителями хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку. По мосту смогут ехать составы массой более 7 тонн. Скорость движения поездов рассчитана, согласно проекту, для пассажирских до 120 км в час, а для грузовых – до 80. Особенность данного моста применены уравнительные пролеты в количестве 86 штук для того, чтобы компенсировать температурное напряжение, возникающее здесь в процессе эксплуатации. Длина Крымского моста составляет 19 км. Соответственно, если посчитать первый и второй путь, то общая длина укладываемой путевой решетки по мосту – это 38 км. Эпюра, заложенная для укладки, 2000 шпал на километр.